Поэтому, братья, как мы сказали, вопрос о том, что Куран и Сунна должны быть инстанцией в любых постановлениях, является сердцевиной исламской ахиды. И в этом должен быть убежден каждый мусульманин. И если ты в этом не убежден, а если ты будешь убежден, то ты начнешь действовать, тогда ты ему нафиг. То есть понимаете, почему я вначале сказал, почему сахабы боялись, что кто-то из них мунафик? Потому что есть страсти, братья, есть обычаи, есть понятия. И вот их нужно перебороть и дать кому приоритет? Словам Всевышнего Аллаха и словам Пророка, саллаху И так как все постановления в бытие, братья, ахкам кауне, как мы сказали, братья, принадлежат только одному Всевышнему Аллаху. И ничего в бытии не происходит без его желания, и все, что происходит, это исключительно его решение, его постановление. То есть, вот как мы сказали, бытие. И никто, кроме него, не может принимать участие в этом. Вот точно так же и постановление, шариатские постановления, ахкам шарае, неспосланные людям через пророков в вопросе подчинения Аллаху. Все создания обязаны придерживаться этого. А в противном случае, братья, они просто-напросто пропадут. Подобно кому, как испортилось бы бытие, братья, если бы кто-нибудь, братья Барак Луфикум, принимал бы участие в управлении этим миром, этим бытием, этими созданием, помимо Всевышнего Аллаха Субхану Потому что если бы кто-то делал бы что-то вопреки желанию и мудрости Всевышнего Аллаха в управлении всем созданием, то наступил бы полный хаос. И об этом сказал Всевышний Аллах, в Куране, говорит, нафигима алиатун илляллах, Ля фасадата. И если бы говорить на них, то есть на небесах и земле, были бы какие-то иные божества наряду с Аллахом Субхану то есть которые бы тоже хотели принимать участие в управлении этим бытием, то небеса, и земля бы, небеса и земля бы что испортились, братья. Вот так же, братья, тот, кто живет не в шариата, не изучает ее, не живет по сравнению с ним, тот на самом деле вносит порчу в свою жизнь. И вот поэтому, когда люди в наше время жалуются на все, мы сегодня еще подробно об этом говорим, жалуются на еду, жалуются на здоровье, жалуются на людей, на все жалуются. Братья, все это причина тому, что вы не живете по шариату, что ни вы не развернулись к Урану и Сунне Пророка, салаласа. Братья, сестры, эта жизнь коротка. После нее будет либо рай, либо ад. Третьего пристанища не будет. И поэтому тот, кто не обязал себя постановлениями и решениями Аллаха и Его посланника, находится в глубоком и далеком заблуждении и портит жизнь в первую очередь самому себе. Не говоря уже, братья, а во вторую, то есть во вторую очередь портит жизнь ко-кому? Всем окружающим его созданием. И не только людям, даже животным, даже растениям. Сколько у нас постановлений в шариате есть, связанных с животными, правильно? что вот это можно в отношении животных, а это нельзя. Сколько у нас постановлений, братья, даже, даже такой вопрос, даже такой вопрос, кому бы в голову пришло? Даже послание Аллах Алсам сказал, если кто-то из вас доит корову или верблюда или козу, пусть до конца все не выдаивает, немножко оставит то, что будет призывать молоко, сказал просто, да или ляба. Даже такое постановление касается в имени коровы. В шариате пришло, вы что думаете, каких-то больших постановлений? В отношении политических вопросов, в отношении военных действий и так далее и тому подобное. Об этом не упомянуто шарять. У Аллахи, Билляхи, Таллахи все упомянуто. Однако проблема в том, что вы не изучаете. Что мы не изучаем. Что мы не изучаем.